Ребята, всем привет! Сегодня я хочу показать и рассказать о своем дне, который пройдет. Сегодня я пойду на свой пробный урок по балету. Я очень волнуюсь. И, конечно, я ходила раньше на... Ну, это было в детстве. Я ходила на тренировки по танцам. И что-то еще там было, в общем... Что-то тоже связанное, примерно к балету, но именно самим балетом я никогда не занималась. Вот. Надеюсь, мне понравится, и я какое-то время даже похожу туда. Но если не понравится, не знаю, как это все будет. Пробный урок будет проходить с уже, как я поняла, собранной группой. Там не будет новичков. Ну, они, конечно, будут, но, скорее всего, будут уже такие новички, которые там ходят пару дней. А я прям новичок. Не знаю. Сказали взять с собой одежду обычную, какую-нибудь спортивную. И если дальше понравится, и я уже буду ходить, они мне скажут, где покупать вещи. А то я уже, когда записывалась, я прям Wildberries, Озон, нашла эти все купальники спортивные уже. Блин, все так дорого. Вот, ну, посмотрим. Я очень волнуюсь. Новый коллектив все-таки. И сейчас я уже буду собираться. Немножко подкрашусь и пойду. Я немного волнуюсь. Так, и мальчик подошел к концу. Вот так. Пойдем, нет? Снимай ножку.
Да, подвернуть ничего не стоит. Раз, вы неправильно встали на косок и все, и подвернули ногу. А потом, получается, вы вылетели из этого процесса вообще надолго. Потому что связки очень долго заживают, ну, не знаю, самой травма была. 12 связок было надорвано, и я вообще 7 лет мучилась с этим голеностопом, чтобы восстанавливать эту ногу. Растяжка, да, просто на самом деле это серьезно, пальцы это серьезно. Вот я говорю, я уже сейчас такая, ну, готова после этих клеток к пальцам. Но я до этого, нужно было мне... Да, там год получается, ты ничего не делаешь, пока будешь с пузом. А потом ты должен уже начать это все, чтобы снова в форму войти, естественно, стопы тоже. Поэтому, конечно, аккуратно даже к этому относиться, к уроку, да, прийти разогреть стопочки тоже там за какое-то время. Почему я делала разогрев очень долгий, очень много этих батман тантем? Ну, то есть это как бы все сделано по нашей методике, да, если как бы вот так перескакивает, то ничего хорошего не будет. Нет, ну мне бы хотелось, конечно, более... Форму, да, ну, балетную? Да, ну, да, да. Наша балетная форма — это купальник, есть рюкзак, вот лосины, балетки у нас они есть. Я уже вернулась с балета. Хочу немножко рассказать о своих ощущениях. Я из-за того, что... Думала, как там будет, что там будет. В общем, все мои ожидания в пух и прах. Все не так, как я думала абсолютно. Ну, например, что, скорее всего, на пуантах мне не стоять. Только на балетках. Этому есть объяснение, потому что, чтобы стоять на пуантах, нужно заниматься от года, от полтора балетом, классическим танцем. Не, как бы у меня не стоит такая цель так долго заниматься балетом, это же, в общем, как хобби. Хобби и, ну, как бы, тонус в мышцах, здоровый дух в сильном теле, что вот, и что еще? Коллектив еще очень сырой, никто ни с кем даже не разговаривает. И как-то все, в общем, еще пока... Я пока еще не знаю, буду ли я ходить, но если и буду, то, скорее всего, до Нового года, до этот месяц отхожу по абонементу. И, ну, как бы, мне еще нужно подумать, я еще не понимаю, стоит ли. Ну, скорее всего, стоит, наверное. Ну, я еще подумаю, но, скорее всего, войду. Не знаю. Мне, в принципе, так все понравилось, но... Но ожидания мои не оправдались, поэтому никогда не ожидайте ничего от ситуации, в которую вы идете. По крайней мере, каких-то мероприятий. Вот. Очень устала, у меня болит вот здесь. У меня болят ноги. Чуть-чуть. Вот, и в принципе я устала. Немножко хочу кушать. Они заказали все меню. Ресторанчик? Да.